саженцы ели колючий фат, Альберт. Писая, впервые появились в американских питомниках в 1978 году путем естественной селекции и быстро приобрели популярность. Данный сорт отличается быстрым ростом и к возрасту 30 лет может стать 10-метровым деревом с диаметром кроны до 4,5 метров. Ежегодный прирост побегов достигает до 20 сантиметров. Прочные и плотные ветки вырастают перпендикулярно стволу и формируют дерево с правильными ярусами. Фат Альберт привлекательна не только своими внушительными размерами, но и идеально конической кроной и необычайно яркой голубовато-серебристой окраской хвои. Ель колючая фат Альберт – это многолетнее растение высотой 2000-2500 сантиметров. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Ель прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. По типу ствола ель колючая фат Альберт можно отнести к группе высокорослые. Тип роста этого симпатичного растения – высокорослый. Лист этого прекрасного растения по форме иглоподобный. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lafa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.